Когда ты в последний раз задумывался, а что если бы я тогда ответил так, а не иначе? Что если бы я тогда поступил по-другому? Как бы сложилась моя жизнь? Вряд ли ты когда-нибудь сможешь ответить себе на этот вопрос. На протяжении всей своей жизни ты пытаешься добиться чего-то. Сотни целей, тысячи решений, миллионы возможностей. Все это манит тебя куда-то далеко, за грани. Туда, где, казалось бы, еще никого до тебя не было. Тебе постоянно приходится делать свой выбор. Останавливаться, задумываться и все-таки решать. У каждого такого решения есть свои последствия. Даже у самого маленького проступка своя цена. И ты, как любой человек, строишь мир вокруг себя по-своему. Ты пытаешься найти любимое дело, а найдя, отдаешь всего себя до последней капли, не задумываясь о том, что будет дальше. В такие моменты тебе кажется, что твоя жизнь наконец-то стала идеальной. Но вот что-то идет не так. Не так, как ты этого хотел. Неудача идет за неудачей. Мелочь, которая еще минуту назад ничего не значила, теперь кажется огромной проблемой, которая не дает тебе двигаться дальше. Однажды брошенное слово ломает все, что ты строил годами. Одна ошибка перечеркивает все твои прошлые успехи. И тут ты ломаешься. Ты говоришь себе: «Хватит, я так больше не могу». Бросаешь все, ради чего ты жил до этого момента. После этого твой мир, который казался таким огромным и красочным, резко сжимается вокруг тебя. Привычные вещи и действия теряют какой-либо смысл. Окружение становится тусклым. Мир становится шатким и зыбким. Ты утопаешь в этом болоте повседневности. Но представь. Волею судьбы тебе дается шанс все изменить. Что ты сделаешь теперь, зная, что последует за твоим бездействием? Преград больше нет. Все колебания остаются позади. Все, что когда-то не давало тебе вздохнуть, исчезло. Ты понимаешь, что если ты не живешь ради этого, то ты не живешь вообще. Теперь ты готов уйти до конца. И ничего уже не сможет тебя остановить. Только ты творишь свою судьбу. Вот только есть одно но. Жизнь не сценарий к фильму. Не книга. Однажды написав в ней главу, шанса исправить ее уже не будет. Так действуй же без оглядки. Двигайся только вперед и, найдя свой путь, иди по нему до конца, чего бы это тебе ни стоило. И ты добьешься всего, чего когда-либо захочешь. Ведь это твоя жизнь, и ты сам творишь свою судьбу.